Пришло время переработать шишку. И как мы это будем делать, интересно? Это что, все вручную нужно сделать? Нет, не нужно это все делать вручную. Берем. Высыпаем шишку. Имеем такую технику, которая у нас в виде мясорубки. И молим. И на этом аппарате мы сейчас будем молоть. Закладываем шишку, прокрутили, закладываем, прокрутили, опять закладываем, еще прокрутили, еще прокрутили. И вот так вот. Так, вот уже третий мешок я кручу, кручу, верчу, верчу. Вот здесь вот она получается разлучивается. Покажи здесь. Она, я ее зажимаю. То есть таким образом происходит разрушивание. Вот так вот раз. Крепко попалась. И все, вот она выскочила уже без ничего. Ох, это нелегкая. Стоп. В итоге получаем вот такой вот прокрученный орехом мусор. Ну, то есть пережеванные шишки. Потом это высыпаем в тазик с водой и получаем дивный орех в своем результате.